Мы уже говорили о сложении строк, об операторе индексации, который мы применяли к строкам, а теперь поговорим о функции len, с помощью которой можно измерить длину строки. У нас имеется короткая строка диван, которую мы прикрепили к переменной m, мебель. Теперь попытаемся измерить длину этой строки. Для этого введем новую переменную, назовем ее d, длина, и теперь применим функцию len. Скобка открывается, здесь мы напишем параметр функции. Какой же параметр будет у функции? А это будет переменная m. Переменную m в данном случае мы пропускаем через функцию len. Другими словами, нашу строку диван мы пропускаем через функцию len, потому что мы знаем, что мы прикрепили эту строку диван к переменной m. Или переменная m предписана к строке диван. Теперь print переменную d, print d. И в данном случае вывод, который мы получим, будет 5. В строке диван всего 5 знаков, или в данном случае 5 букв. Можно это сделать другим способом, без создания новой переменной d. А именно напишем, поместим функцию len в функцию print. Print, len, ну и наш параметр переменная m, которая и означает строку диван. И вывод будет тот же, 5. Мы рассмотрели пример короткой строки. А теперь длинная строка. Имеется переменная k, кинематограф, которой прикреплена длинная строка. Фильм «Иди и смотри» Лема Климова. В данной строке у нас имеются не только буквы, из которых состоят слова «фильм», «иди и смотри» и так далее, но и кавычки и несколько пробелов. Я воспользуюсь вторым способом. Хочу узнать длину этой строки и воспользуюсь вторым способом, то есть я сразу помещу функцию len в функцию print. Не буду создавать новую переменную. Напишу print len. И что мы в скобках напишем после функции len? Какой параметр, какую переменную мы пропускаем через функцию len? Функцию k. Пропускаем через функцию длины. Итак, мы узнаем длину строки. Это 33. 33 это не означает, что здесь 33 буквы. Нет, это означает, что здесь 33 знака. А за знак считаются не только буквы, но и кавычки. Каждая кавычка это знак. И знак пробела это тоже знак. В данном случае у нас 1, 2, 3, 4, 5 пробелов. То есть в эти 33 входят и пробелы, и кавычки, и буквы. Теперь настало время сделать упражнение. Внизу, в описании под видео, написаны строки. С помощью функции len нужно узнать длину каждой из этих строк.